прошлое выступление было, вот обнаружены были, выявлены недоработки, вот устранили. Раздатку попросила, понижайку, говорит, хочу, тяжело тронуться. Сделал. И ходов подвески захотелось прибавить, вот вместо моста поставил независимый путь. Спереди тоже треугольные рычаги сделал вместо стандартной схемы этой боксерской, которая здесь была. Я сначала, недолго думая, смотрю, ломает вот здесь. Взял, перевернул, сверху вставил. У меня сошки ломало. Сначала сломал сошки. Я ее усилил этим уголком, у меня сломало, что там, не помню, тягу сломал. Я поменял, потом понял, что угла не хватает. Вот она, кстати, немножко залазывается. И вот теперь не знаю, куда выгнал ее. Ну, вообще тут задумок на самом деле много, если так сразу это. Во-первых, да, надо обязательно железный редуктор вперед поставить. Обязательно блокировка должна быть спереди. И вообще-то весь передний подрамник надо чуть оторвать от кузова, опустить. Соответственно, можно будет еще, во-первых, побольше колеса запихать. Вот что-то с этим надо сделать, все, больше не лезет. Что-то не лезет. Так что надо, стойку надо другую вообще поставить, перенести чуть точки. И вообще, я думаю, может быть, на спаренных треугольных рычагах сделать, как сзади. Такой же поворотный кулак, но на спаренном рычаге. А стойку вообще выкинуть. Сделал правильный подрамник, как сзади, так спереди, такой же. Вот как-то так. Сейчас проверим. Лишь не оторвало. Все самодельное, все по вечерам в гараже сваренное.